Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Девочки, увидела фотографию обалденной сумочки из шнура. Сумочка маленькая такая, знаете, для телефона. И я решила провести эксперимент и попробовать сшить эту сумочку. Как вы думаете, получится у меня или нет? Пишите скорее в комментариях, а я приступлю к созданию этой сумочки. Смотрите, у меня есть шнур 5 мм толщиной. Это шнур полиэфирный с сердечником. Вот из него я буду шить свою сумочку. Еще у меня есть нитки, идеально подходящие по цвету. Вот их я вставила в машинку, заправила и буду использовать. Сначала я выдвигаю сердечник вот таким образом и обрезаю его небольшую часть. Затем надвигаю обратно шнур. И вот это место я заправляю внутрь. Для этих целей я обычно использую иголку для трикотажных изделий. Но вот в этот раз я ее не нашла. Зубочистка тоже хорошо подходит. Смотрите, у меня получился красивый, аккуратный кончик шнура. Все заправлено, ничего нигде не торчит. Можно начинать шить. Я отмеряю 30 сантиметров шнура и замечаю это место. Сейчас я его перегибаю и отправляю уже вот в таком виде в машинку. На машинке я устанавливаю строчку зигзаг и шаг стежка от 2,5 до 3, ну вот я поставила где-то посерединке. Смотрите, когда мы прошьем строчку по вот этим двум первым согнутым сложенным шнурам, да, нужно будет повернуться. И я еще обращаю ваше внимание, я не сказала, наверное, сразу же, нужно, чтобы шнур заходил у нас с правой стороны. Так, вот что у меня получается. То есть наша сумочка будет сложена вдвое, да? И вот у меня дежурный телефончик, со своего-то я снимаю. Вот примерно, ну то есть вполне сюда еще что-то можно положить, возможно паспорт, может какую-то визитницу и так далее. Все, сейчас буду делать разметки для застежек с двух сторон. То есть вот в таком виде, примерно вот такая размером будет у меня моя сумочка. Смотрите, что нужно сделать. Вот от серединки, да, где мы складывали два шнурочка в начале, отсчитываем в обе стороны, должно быть одинаковое количество рядов шнура. Вот у меня в эту сторону 16, в эту сторону сейчас вот как раз 16 ряд будет. Дальше я здесь сделаю с этой стороны длинную петельку, да, которая у нас будет застежкой. Потом пройдусь в этом ряду, сделаю короткую петельку, в которую будет продеваться эта длинная. И потом сделаю уже саму ручку. На ручку у меня будет 2 витка, поэтому вот по этой короткой петельке у меня будет тоже 2 прохода. То есть вот эта петелька будет потолще, это будет тоненькая. Ну и все, и сама ручка будет вот такого размера, вот такой толщины. Сейчас я намечаю центр, то есть вот я линейку приложила к центральной линии и провела сюда, так скажем, перпендикуляр. Здесь у меня будет серединка. Значит, смотрю, примеряюсь, где у меня будет петля и какой величины. Думаю, примерно вот так, да? Также ее прикреплю булавочками и посмотрю, что у меня получилось в итоге.
Ну вот примерно так. Думаю, что все хорошо. Так. Все шью. Так, ну вот, что у меня получилось. По-моему, все ровно и красиво. С этой стороны также ищу центр. Отмечаю его иголочкой. И еще беру пару иголочек для того, чтобы здесь установить нашу петельку. Так. И примерно... Ну, вот так будет, да? Примерно в одинаковых расстояниях ставлю иголочки. Все, думаю, что так будет хорошо. Прошиваем. Смотрим, что получилось. По-моему, все идеально. Смотрите, когда начнется закругление, я здесь отмеряю длину шнура для ручки. Распрямляю его, чтобы он не был закрученный, и прикалываю, ну, вот где-то в том же месте, где у нас, где мы остановились. Чуть-чуть начинает закругляться вот здесь. Так, вот таким образом будет выглядеть у нас ручка. Сейчас я строчку сделаю еще раз вот по этому краю. И, наверное, тут около шнура сделаю закрепочку. Смотрите, здесь переходим на следующий ряд, да, и также делаю закрепочку, как и с той стороны. Все, шьем дальше. Что у нас там получилось? По-моему, все неплохо. Здесь мы шьем вот прям по вот этой петельке. Все, вот что получилось, очень даже красиво. И даю второй круг по ручке. Смотрите, сейчас вот нужно найти ровно центр сумочки. То есть я ее складываю пополам, так, для того, чтобы мне сейчас определиться, в каком месте остановиться. Вот тут вот закалываю иголочку, все, шью до этого места. Так, здесь я обрезаю шнур. Точно так же убираю немного внутренности шнура. Зубочисткой заправляю хвостик туда внутрь. Ровно по центру мы закончили пришивание шнура. То есть вот этот вот хвостик шнура у нас теперь окажется в, как бы, на сгибе, да? И не так будет заметить. Вот что у меня получилось. Посмотрите, какая красота. Что мы делаем дальше? В итоге нам с вами осталось сделать последние две строчки, чтобы соединить боковые стороны. Вот и все. Я устанавливаю прямую строчку на машинке и подставляю сумочку под лапку. Прошиваю как раз вот тут вот, в первой ложбинке между шнурами. Девочки, смотрите, какая у меня получилась красота. То есть, все-таки я сшила ту сумочку, которую увидела. Она очень классная, мне вот прям безумно нравится. Смотрите, какая она вместительная. В нее поместилась толстенная визитница, паспорт,
телефон. В общем, можно еще что-нибудь засунуть. Вот так вот она закрывается. В принципе, вот, ну, она должна держаться на такой петельке, как я думаю. Но сюда можно, мне кажется, сделать еще и пуговку под цвет эмблемки. Если я сейчас найду пуговку, я, наверное, ее пришью. Смотрите, ну вот, эмблемка сюда пришлась вообще в пору. Как мне нравится. Так что, девчонки, повторяйте за мной, смотрите мастер-класс и шейте себе такие очаровательные сумочки. Ну, а у меня на этом все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!